Всем привет! С вами снова Андрей Полховский. С недавнего времени в нашем городе начал работу единый белорусский сервис кэшбэков «Кэшьюбэк», который позволяет вам вернуть часть денег от ваших покупок обратно. Все больше магазинов и объектов сервиса подключаются к нему. И на данный момент вы можете уже получать кэшбэки более чем в 2000 местах. Кто-то скажет, ведь у меня уже есть банковская карта, на которую мне начисляется кэшбэк. Окей, а что вам мешает получать два кэшбэка с одной покупки? Один банковский и второй от кэшбэк-сервиса Кэшьюбэк, который, как правило, в несколько раз выше, чем банковский. Как это работает на практике, будем разбираться в сегодняшнем видео. Для начала откроем мобильное приложение Кэшьюбэк, которое уже установлено у меня на телефон. Ссылка на регистрацию в Кэшьюбэк находится под этим видео. Для тех, кто не разберется, как установить и как пользоваться, полное видео об этом можно посмотреть вот здесь. В мобильном приложении найдем на карте ближайшие места, куда можно сходить и где можно получить кэшбэк после покупки. Я нашел на карте ее кафе, находится 100 метров от нас. Идем, проверим. Тут заявлено, что можно получить 5% от потраченной суммы обратно, а еще здесь самые вкусные в городе вафли. Ну вот мы и нашли ее кафе, идем внутрь. Здравствуйте. Я прочитал, что у вас самые вкусные вафли в городе. Да, фирменным блюдом нашего заведения являются гонгонские вафельки. У нас есть как сладкие, так и сытные. Но сладкие вафли мы можем собрать Интересно. Сами. Они прям из Гонконга? Нет, слушай, ее кафе. А почему гонконгские? Появились они первыми в Гонконге, а потом стали популярны во всем мире. Сладкие, интересно. Кокос в шоколаде. Эта вафелька будет с наполнением шоколадной пасты, кокосового топпинга и печенья Орео. Давайте. Пожалуйста. Я знаю, что у вас можно получить кэшбэк, верно? Верно. Да. Давайте оформим. Для оформления кэшбэка достаточно показать свой QR-код. Это ваша виртуальная карта, которая формируется у вас в приложении после регистрации. Кэшбэк проводится вне зависимости от формы расчета. Рассчитываетесь вы наличными, либо банковской картой, без разницы. Пока готовится моя вафля, пойду рассмотрю само заведение и заодно посмотрю, начислился ли уже кэшбэк. Да, все в порядке, я вижу, операция уже отображена в системе, наряду с предыдущими операциями. Ого, ничего себе получилась вафля. Я думаю, под нее нужно обязательно еще и кофе. Ну, вот мой заказ. Моя капучино и фирменные гонконгские вафли. Будем пробовать. Что хочу сказать от себя лично, мне кафе очень понравилось. Интерьер, атмосфера, ну и, конечно, гонконгские вафли. Могу смело рекомендовать для посещения. Приходите! Нам за самыми вкусными вафлями в городе и получайте кэшбэк 5%. Как видите, оформить кэшбэк с помощью Кэшьюбэк достаточно просто.
посещайте ее кафе, скачивайте приложение, ссылка находится внизу под этим видео, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось. А с вами был Андрей Полховский, всем пока!